Всем привет. Юля, что, опять плохо выглядит, да? Ну, потому что Юли снова некогда. Ребята, привет. Короче, мы вам расскажем уже. Нам дали квартиру в ЖКХ, и мы делаем ремонт. Адекватная, единственная квартира, которую нам не хотели давать. И вот мы ремонт делаем. Да, мы, короче, у нас сейчас ремонт идет. Половина чмошная, половина классная. Половину мы вечером будем делать, сейчас диван к нам придет, я на ней сегодня спать на диване буду. Да, диван сегодня доставка придет. Стол, стулья, гарнитур, короче. У меня очень-очень-очень приятные хлопоты. Вот так вот. Мы, короче, на каком этаже живем? На пятом. Мы на пятом этаже теперь живем. Вид из нас шикарный. О, напротив нас дом. Вот такие вот дела. Новая серая ночь. И только ей доверяю я. Знаю, серая ночь. Сегодня поедем туда, и я помоюсь. Мне вообще некогда волосы надо красить. Ой, мне домой. Тоже помыться надо. А, я вчера. Ты вчера мылся, да. Тебе можно сегодня расфилонить. Не, я помыл. Мы лежим, отдыхаем, мы устали, пипец. Что Короче, вот такая у меня хорошая новость. Мы получили квартиру.